Кошмар. Она лысая. Как же справиться нам с этой Она лысая. Как же нам справиться с ее лысиной? Конечно же, извините меня, я там причесал ее красиво, а вам-то нужно закрыть ее лысину. Понятно? Итак, уважаемые коллеги, dear colleagues, мы продолжаем наше обучение. Вот, уважаемые коллеги, лысая превратилась в густую. Обратите внимание, нету лысины. На самом деле вы заметили, да, как мы убрали редкий волос и сделали ее густой. Ой, извините. Лысая. Спереди густая, а сзади, давайте все вместе, 3-4. Лысая.